Алекс, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алекс, не делайте это, не делайте, не надо. Вы в любом случае, Алекс, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедешь, Алекс. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алекс, дай команду. Но я не такой большой начальник, отдавать такие команды. Алекс, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Надо на перрон, блядь, на перрон. И все же через путя видно, что их нахуй мочить надо, блядь.